Всем привет, с вами Андрей. Мы продолжаем Shattered Pixel Dungeon. Остановились мы на том, что подошли к боссу. У нас вот такие вот способности в данный момент. 7-й уровень персонажа. Мы в данный момент в кольчужной броне находимся. Мы ее нашли в предыдущей серии. Также мы за счет трансморфа так называемого полиморфа мы смогли вытащить кровавую чашу и смогли найти кольцо ускорение, которое прокачали на плюс 2. Также у нас вот такой вот инвентарь. По зельям нам известны немного. Свитки мы достаточно много уже прочитали. Нам осталось 3 свитка опознать. Это магическую карту, ужас и колыбельную. По зельям нам много еще надо опознавать. Но мы, получается, опознали самые основные. Ну, кроме хосты, наверное. Левитации. А все остальные мы опознали. Вот как-то так. Наша задача сейчас пробить босса. Посмотрим, что из этого получится. Мы перешли на локацию с боссом. Что могу сказать по боссу Жижа? Но ваша задача, если вы не играете с испытанием злые боссы, нас Жижа увидела. Но это хорошо, что она нас увидела. У нас, по крайней мере, регенерация будет идти. Наш персонаж говорит, учитывая, что тут очень много воды, я почему осматриваю все места, я ищу место, где с жижей можно было бы подраться. Вот, например, в воде с жижей драться не стоит, потому что она вам больше геморроя нанесет, чем... В принципе, оптимальное место вот здесь вот присутствует, где мутная вода, где запертый вход с уровнем. Тут сухое пространство есть, и как раз с жижей можно было бы здесь оптимально подраться. Я думаю, мы, наверное, так и поступим. Она нас, жижа, получается, заразила нас едкой слизью. Едкая слизь снимается в воде. Это так называемая критическая атака у этой. Не критическая, а магическая. Кстати говоря, палочка у нас, видимо, на плюс, точнее, нулевая. Тем самым преимущество у нас по палочке, по крайней мере, точно нет. Из-за того, что мы можем, ну, уж, конечно, особо не рисковать. Вот видите, то есть она, когда вы играете с испытанием злые боссы, она заряжается сразу же вот на 2 клеточки. Обойти это испытание можно, если у вас уголочек есть. Видите, нам еще и не везет в плане урона. Все, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.